Так, вот мы уже где-то 700 километров с чем-то от Москвы. Тут у нас все цветет. Вот дом папы моего, друга моего папы. Огромный такой. Вот цветут деревья. Яблони, наверное. Или вишня какая-то дикая. Красиво. Мы тут рядом с горой разместились в этом доме. Тут какой-то оползень, что ли, проходил. Так. Ладно, пойдем пока.